девочки, обсуждаем мисс Гламур у нас сегодня. Вот. Смотрите, что у нас тут есть. Так. Хо-хо-хо-хо. Мисс Гламур. Ну, вот это да, честно мисс. Очень не помню. А, мисс Гламур. Да, поэтому вот это, смотря аксессуар, сколько. Мне не нравится. Ну, да. Очень-очень. Ноги. А, ну, вот это вот интересно. Чем. А мне кажется, что у меня что-то неудачное выражение лица еще вот с этими губами нет. Да, давайте вы будете добрее. Хотелось под Гламур. Ну, я нет, я понимаю, но... А это что? А это вам не нравится? Считаете, это вот, вам? Нет, я смотрел. А? Нежность. Вообще как-то, ну, да. Я между двумя. Окей. Если именно как фотографии еще посмотреть. Вообще, прекраснейшие фотографии замечательной девушки. И несмотря на это разнообразие, мы приняли решение. Я почти даже определился. Хотя... О, нет! Ты вот написала сложные номинации. Определился, да-да-да. Какие вы все... Улыбательные. Улыбательные. Мне здесь... Мне вот это вот нравится. А мне... И... А мне как это... Да. А мне две нравятся. Да, вот это вот хорошо, а вот тут прям улыбка. Мне тут... Оно... Если по композиции... Ах, чуть так. Слушайте, хотя вот это вот, но здесь акцент больше не на улыбку, но у нее улыбка хорошая. А вот все, тоже ничего так. Да. Улыбается. Так-то. Да, я понял. Согласны. Мы согласны, мы сделали решение, приняли его. Обработка. Очень много фотографий. Ого. Насчет этого я вот тоже, кстати, подумал. Ну это более естественная, мне кажется, такая девочка хорошая. Ну что, мы научились читать мысли друг друга теперь. Оно? Да. Оно. Мэри? Я между двумя, тремя. Ну ты как? Приняли единогласное решение. Сдаемся. Нежность. Чем дальше, тем больше. Mm-hmm.
стула сетки равно даже девочки. Вот трудное решение. Да, вот это тоже девочка хорошая. Слушайте, а что мы... Понял. Разный взгляд на нежность у всех, да? Да. Наверное, я бы взял вот, хотя... Вот, блин. Ну, я бы согласилась, возможно, вот с этой. Блин. Мы приняли решение. Мисс Нежность. Ой, штормит. Так, посмотреть. Ты поводишь, что ли? Ну, кстати... Здесь, в принципе, по исполнению мне нравится, но не очень сочетается. Ну да, не морячка, да. Не морячка. Ну, ракурс хороший, да. Не морячка, понятно. Вот я так подумал. Это или то? Нет, ну здесь проще. Здесь проще, да. Но мы выбрали одну единогласно. Да, наверное, согласна. Но, да. Он или проще. Друзья, мы посмотрели очень много фотографий, очень прекрасные девушки, фотографы, стилисты, все постарались, но нам очень-очень сильно нас вот зацепило и понравилась нам одна фотография, она нас просто тронула до глубины души, и мы решили придумать супер номинацию, супер фото, вот. И вот, собственно, эта фотография. Смотрите, она прекрасная вообще. Божественная, да? Да. Это, я не знаю, я прям влюблю.